представляю ваше внимание интересную сборку трансформатора. Этот трансформатор черпает энергию из неодимого магнита, расположенного в зазоре. При этом мы подключили нагрудную лампочку 12 вольт 5 ватт. При этом она горит практически на 70% накала. Генератор выполнен на транзисторе КТ-805ВМ. Также конденсатора, если этот конденсатор исключить, вот он зелененький, то мы получим высоковольтные импульсы статики на любой металлической части схемы. То есть этот конденсатор можно и без него обойтись, но лучше с ним. При этом вы не получите никаких травм, ожогов и ударов током. Схема питается от двух банок 7,2 вольт 2000 миллиампер. При этом схема не потребляет ничего. Никакие провода никуда не идут. И что нигде не может зарядить ее. Дополнительной батарейки ничего нету. Данная схема очень капризная. При этом любой сдвиг катушки, так как сейчас они находятся в резонансе, помешает этому резонансу. При резонансе схема не потребляет ничего, но наоборот, она вырабатывает и направляет энергию обратно. Как видно, лампочка мерцает. Напряжение, вот это вот мерцание, это означает, что это резонанс. Напряжение все время растет. Вы это сами видите своими глазами. При этом я ничего не трогаю. Батарейки просто подключены. Щупы, мультиметр просто подключены и батарейка. И нет ничего. То, что может их зарядить. Никаких преобразователей. Ничего. Данная сборка работает уже второй день. При этом напряжение доходит до определенного порога. При этом она перестает заряжаться. Аккумулятор. Схема очень сложна в настройке. Теперь поговорим о трансформаторе. Трансформатор состоит из первичного контура, вторичного
и катушки съема катушек. В данном случае у меня используется одна, так как резонанс настроен только на одну. При этом эти катушки немного разные. В одной больше резко, в другой меньше. Катушка первичная, первичного контура, то есть эта катушка выдает импульс, мощный импульс. Вторичная, катушка вторичного контура, первая, как сказать, первичный контур сработал, на это отреагировала вторичный контур. Дает сигнал на транзистор, при этом заново цикл весь повторяется. Неодимый магнит в зазоре, его видно, он чуть белый. Он задает этот импульс. Схему я всем выложу, никаких тайн, ничего. Но параметры трансформатора я укажу свои. Так как я уже знаю, то что при этом все работает. В дальнейшем будет испробована данная сборка при более мощном трансформаторе. Спасибо за внимание. До встречи.